Ну, это слишком официально. А это слишком торжественно. Это чересчур открыто. Давай поскромнее. Ну, не настолько. А если серьезно, университет — это не школа. Тут нет строгого дресс-кода, поэтому можешь одеваться как хочешь. Но вот так вполне пойдет. Главное, не забывай о правилах приличия. Спортивный костюм или короткая юбка — не самый лучший вариант для занятий.